Уважаемый Василий Павлович, в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, вручаю вам от имени и по поручению нашего президента юбилейную медаль в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Разрешите его вам вручить. Вот сапером, минером был, потом разведрот меня добрали. На проход дело было это как? Вот меня разведчик, давай, куда шла надо к нам. Все, куда я шел. На полосы разрешали носить нам, все. Буку деваться, не знаю. В общем, не тужил, жил там, не боялся ничего, так и остался живой. Не знаю. В Латвии был. Вот. Но потом Восточная Пруссия. Слыхали, Кенигсберг, ну, Калининград. Ну, будто Кенигсберг. Вот там меня стукануло добро. Вот так. Хотел до Берлина дойти, не успел, ранен в дорогу. Вот они здесь шатаются, осколочки. Это от чего осколки-то? У гранаты. Под нос бросил гранату. Вот. А я проволоку порезал, для мины снимал, да. Везде осколки были, везде, везде. В общем, хватило. Всего хватило. Только не унывал никуда. Да. Надумаешь, да буду так вот. Вы знаете, в этом году президент каждому ветерану выплачивает по 75, в честь 75-летия Великой Победы, по 75 тысяч рублей президент выплатит. И вам должно прийти к маю 75 тысяч рублей. А мы приняли решение по 75 тысяч рублей выделить всем ветеранам на ремонт квартир. Это вот каждый ветеран, кто воевал в Великой Отечественной войне, а у нас больше 400 живых, мы каждому выделяем по 75 тысяч рублей правительство Вологодской области. Вот я такое решение принял. Вот сегодня я вам первым об этом объявляю. 75 тысяч рублей от президента и 75 тысяч рублей от губернатора Вологодской области на ремонт квартиры.